Приветствуем вас на канале Франц Студио. Сегодня 2 января. Решился я пришел вот в полицию насчет железки, которую я нашел. Показать им все-таки. Пусть решат, мина это или нет. Пусть достанут. Если мина, то я думаю, лет через 5 кто-то там начнет трактором копать, ездить и подорвется. Вот такие дела. Вот жду. Да, друзья, дали мне компанию, чтобы поехать на раскопки мины. Они думают, она еще на поверхности, правда, лежит. Но сейчас поедем, раскопаем. Вот. Будем снимать, что к чему, как получится у нас. Они просто отправляют экипаж, чтобы проверить, даже не проверить, сделать фотографию, убедиться, что за трюк. Но я как думаю, этот экипаж не знает больше меня. Вот такие дела. Посмотрим, что получится у нас от этих действий. Oui, c'est ce que je vous ai dit. C'est sûr, mais là, le monsieur, lui, se proposait de déterrer lui-même l'engin, ce que nous avons refusé. Et personnellement, je vous dis, nous, on ne le déterrera pas non plus, donc j'attends les instructions. Ouais, c'est parfaitement reçu, donc on voit ça avec le cas, je suis en ligne avec lui actuellement. On voit ça, je vais vraisemblablement contacter la préfecture pour voir ce qu'on va faire exactement. Reçu. Lapin. Donc, qu'est-ce qu'elle nous fait là, monsieur dame? Franchement, on se demande. Trompez pas, pardon. Donc, nous sommes aujourd'hui 12 janvier, oui, c'est ça? C'est ça. Donc, c'est le 3. Et c'est qui trouvé c'est un truc? Vous pouvez expliquer, madame, s'il vous plaît? Un petit bonhomme sur le côté. Hein? Qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas parlé français. Так, запомнился. Полиция не хочет делать фотографии, ни видео, фото. Приходится голосовое просто делать. Вот. Ну я так, спотишка сделаем по-любому. Ждем сейчас, когда саперы прибудут и покажем, если будет разрешение дальше. Они мне говорят, почему ты в полицию не привез? Я говорю, привезу я вам сейчас в полицию мину, чтобы потом чеченца поймали с миной в руках. Вот так пошутили немного. Вот ждем. Пулять свой блок уже. Deux heures plus tard. Deux heures plus tard. Transformé en glaçon. Ouais. Ça, il fait pas froid, froid, froid. Un petit peu. Ah, 114 sur 3. Ah, non, j'ai un peu plus. Bon, dans la voiture. Vous attendez sur place, il a dit. Non, mais toi. Non, je vais pas vous laisser. Ah, vous prendrez bien une grosse, c'est 25. Salam alaikum. Привет, друзья, вас на канале Fan Studio снова. Так, как я вам? С утра вот показывал видео, я пошел в комиссариат полиции и сообщил о своей находке. И теперь мы вот ждем. Мы отправили фотографии этим минерам, саперам их, и они вот думают, что это действительно мина. И ждем минеров. Вот оцепили периметр. Так что
Саперы должны ехать 2 часа. На месте их не оказалось. Я в полицию пришел в 10 часов утра. Сейчас время, я вам скажу, 1:30. И вот ждем. Еще 2 часа ждать, говорят, надо. Они такие стеснительные у меня попались, полицейские. Ни фотографии, ни видео не дают делать. Ну, я им предложил даже, чем тут торчать 2 часа, давайте я вытащу, что вы боитесь. Мина, я еще не уверен, что это мина, она лежит, он за вторым деревом, он там. А мы вот здесь вот. Вот. Она вот здесь. Le site en lui-même, après progression dans la forêt, se trouve juste derrière le théâtre archéologique de Moulin-Chamy. Все прибывает, большую панику я тут поднял. Да, друзья, как я вам обещал, пришел я на место. Я оставил полицию, прихожу, а тут никого. По-моему, они никак не дождались саперов и уехали. Вот такая у нас полиция. Вот. Я им предлагал, давайте я вытащу, посмотрим, что такое. Чего боитесь? Ну, за умеренную сумму. Не захотели. Ведь подорвешься потом, всю жизнь твоей семье выплачивать надо будет. Ну что делать, будете выплачивать? Нет, не захотели они. Вот так. Так. И уехали. Я их вот здесь оставил. 2 человека. Они вот метку поставили себе. И сорвались. Вот такую метку сделали. Наверное, на завтра, скорее всего. Вот такие дела. Ну раз им до этого дела нету. Нам подавно нету. Будем уходить огородами. Ну, если что, какая будет информация, я сообщу, да, напишу или сниму видео, что-нибудь, да, дам знать под видео в сообщениях. Всем удачи, ассаламу алейкум.